Сельцах по улице Карачубану впервые прокладывают ливневую канализацию. Установку проводит муниципальное предприятие ДРСУ. Несмотря на минусовую температуру, работы не прекращаются. Как признались работники, мороз сильно усложняет задачу, однако предприятие не смогло приступить к работе раньше из-за того, что на протяжении полугода Республиканское агентство по государственным закупкам сохраняло мораторий на публикацию приглашений к участию в тендерах. Директор ДРСУ Сергей Пчела рассказал, на каком этапе сегодня находится установка ливневой канализации. Канала для ливневой канализации с улицы Байдукова, которая будет, вся вода, которая собирается в обоих направлениях, вот с этого микрорайона. Значит, тут будет вот приямок, будет насосная станция, которая будет очищать воду, и, соответственно, она будет ходить по этой канаве, будет проходить в реку Реву. Значит, на данный этап она выполнена, работа полностью выкопана траншея, вкладывается в трубы. Я думаю, в течение 2-3 дней будет этот сам трубы вот. Установлена вся поверхностная почва на месте. Одним словом, мы готовы на следующей неделе с очистным сооружением уже принимать воду, которая будет идти с улицы Байдукова. Напомним, ремонт дороги, ведущей к вещевому рынку по улице Карачубану, не проводили более 20 лет. Из-за отсутствия ливневок ее затапливало дождевой водой. Улица становилась непроходимой, а многие дома подтапливало. После установки ливневой канализации дорогу заасфальтируют.